Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы снова здесь. Здесь это где, спросишь ты, здесь это там, отвечу тебе я. Хрен его знает где мы, так, секунду. Эй, наушнички. Так вот, это Индия вроде как, и мы типа здесь убиваем трех очередных жертв, одну из них мы уже ушатали. Ушатали, уделали, а что такое протормаживать, что это? Продолжаем, короче, не знаю. Так вот, мы типа должны найти одну цель, потому что одну цель мы даже не знаем, как она выглядит. Ее как бы все знают, что она как бы существует, но где она конкретно, как она выглядит и кто вообще эта цель, мы типа не знаем, и мы как бы должны это выяснить. Хорошо, тогда давайте пока что мы пойдем в Давуд Ранган. Опа, новая возможность, спокойно. Так, у нас есть источник информации, что на ком говорить-то? Подать сигнал, как только он откроется. Ачай, Падбада, any idea why the boss wants to know when the barbershop is open again? Yeah. Saga, the barber, has a side business dealing in information. He basically has every snitch in the slums sharing the news with him. It's me. Boss wants him on our side. Что-то я ничего не понимаю. To be shown a picture of the boss, so he Я слушаю голос, подожди-ка. Этот парикмахер замешан в темных делишках, 47-й. Но что еще интереснее, он, возможно, видел фотографию Вихря в тайном убежище уличной банды Ворона. Эта фотография нам бы пригодилась. Окей, чтобы его найти, замечательно. Так, найдите убежище воронов. Ладно, уходим отсюда. Я не понял, зачем мне запись голоса, но пусть типа будет. Убежище воронов у нас где? Ой, где-то наверху. Ага, вон оно где наверху. Ладно, мы пока не сюда хотели идти, на самом деле. Я хотел пойти к мужику, к режиссеру. Пойдем сначала фильмец посмотрим, а потом же начнем вороном заниматься. Потому что сначала кинцо, потом все остальцо. Ну, все же логично. А, бля, это тихо там, спокойно, палево, спокойно, 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 аккуратно. Они, короче, очень, сука, подозрительные все. Все подозрительные, просто обосрать. Нельзя с незнакомой рожей ходить по этому городу, понимаешь? Нельзя. Так, сливайся с толпой, спокойно. Вообще беспалевно сливаюсь. Блин, найдите убежище воронов. Ну, так рядом прям тогда. Может быть, пойдем? Ну, а что, ну какая разница, пойдемте, ладно. Давайте сначала сохранюсь. Раз уж мы здесь, то, собственно, с этого места мы и пойдем. Без проблем совершенно. Без проблем. Нам прям так и манит, так и манит. Так, ты кто? Ты не то. Пойдем спокойно. Я уж не знаю. А, по крышам. Как бы главное это сделать беспалевно, чтобы нас никто не запалил. Ну, я думаю, здесь, наверное, в порядке вещей ходить по крышам. Ведь даже и не крыша, это мост какой-то. Смотровая площадка, тем более. Никаких подозрений здесь быть не может. Так, кто у меня тут? Один чувак, два чувака. Мне как бы нужно потихо сюда проскочить, да? Хорошо. Так, и что дальше? А, это же запретная зона пошла. Блин. А куда мне идти-то? В смысле запретная зона? Вниз теперь, что ли? Ты издеваешься? Воу-воу-воу. Так, мне нужно переодеться в кого-то, получается. Ну, либо проскакивать вообще по мастерству, как я умею. Окей, давайте так и сделаем. Почему ты мне показывает вниз? Нахрена мне показывала вверх? Чтобы... Можно же было там где-то пройти, нет? Спокойно, крыша ворона. Так, кирпич. Я могу кирпичом вырубить обоих, получается. Могу еще и одеться в них. Так, 21 метр туда. Там что находится, вообще непонятно. Есть ли смысл их вырубать? Вот в чем вопрос. Мне кажется, пока не особо в этом есть смысл. Но их нужно разделить между собой, как минимум. Это что такое? Топор с крюком, нихера себе. Вот это агрегат. Так, где он там? Он тут стоит. Там сверху два чувака. Просто потом, как бы, в чем я пойду дальше гулять? Вот хороший вопрос.
Так, он что, ушел? Окей. Ладно, давайте проверим это очень быстро. Смотри, как делаем. Делаем вот так вот, смотри. Хорош. Так, что-то типа того. Окей. Что-то типа того. А куда их прятать? Вот вопрос. Блять! Ясно, понятно. Так, ладно. Судя по всему, они на звук сорвались. Сорвались на звук, это значит, где я? Так, 15, 16, 17. Вот это что ли? Да, наверное, вот это. Порвались на звук. Надо было просто обойти тогда. Ну, какой смысл мне кирпичами этими разбрасываться? Кирпич можно с собой взять на потом. Если вдруг что-то случится, резко кого-нибудь вырубить. Но я не думаю, что что-то должно случиться, потому что я же должен действовать аккуратно. Как ветер. Как ветер. И нет меня. Все под... Вот так вот над ухом пролетел, даже никто ничего не понял. Так и должно было быть. Поэтому давайте. Так, снайперские винтовки нелегальны к ношению любой маскировки. Да? Так, ладно. Сейчас он отвернется, я пойду туда. Погнали. Спущусь, пожалуй, здесь. Да и все. Тут есть, нет? Так, внизу один. Блять, а мне же нужно спускаться. Там будет, вон там получается. Хотя можно пойти вот сюда вот. Так, а я могу его спрятать в карман? Хорош. Все, уходи, я пойду туда. Отлично. Ну, в принципе, меня никто не видит. В принципе, меня никто не знает. Все, отлично. Ой-ой-ой. Ты же не сюда, я надеюсь? Не, он там будет стоять. Так, еще одна сохраночка. Чтобы нам потом не ждать. Мы как бы можем туда спуститься, быстренько его уработать. Ты один здесь? Фух, ёб твою мать, не один. Блин, у того можно сделать кирпичом, по идее. Где мой кирпич-то? Son of a bitch. Yeah, it's me. Бляха-муха. Да куда ты побежала-то, дура? О, все понятно. Ладно, хорошо, давайте еще раз. Мне не жалко. Какого хрена он повернулся именно тогда, когда он не должен... Ну, опять вот сейчас зависло все. А какого хрена он повернулся тогда, когда я кидал кирпич? Он должен был стоять, тупить и вообще ничего не видеть, в принципе. Мы могли спокойно проскочить мимо. Это все, это завис. Это завис, это не заработает. Нет, заработает, окей. Хорошо, спасибо. Меня, если честно, реально это немножко напрягает. Что тут такого плохого с этими загрузками? Вроде как консоль, вроде как все должно. Не привлекайте к себе внимания. Спасибо! Вот это отдельный совет. Все ваши советы, вот это все хуйня. А вот не привлекайте внимания в игре по стелсу. Вот это действительно отдельный совет. Как говорится, играешь по стелсу, сделай так, чтобы тебя никто не заметил. Идеальный план. Вот просто любая миссия пройдет, если она по стелсу. Ладно, давайте я спущусь. Посмотрим, как они тут ходят. Маршрут вот этот выучим, вот этого пацана. И просто пробежим вниз. Он, интересно, что, он звук услышал или как? Да, скорее всего, он услышал звук. Бэтмен, ебаный. Человек-ворон. Так, все хорошо, все четко. Проскакиваем просто идеально. 47-й, ты решил отправиться в самое сердце тьмы? Удачи. Ну, спасибо. Так, топор с клювом мне не нужен. Ёб ты мать. Так, ладно, еще раз. Я буду сохраняться каждый этаж, каждый шаг, каждую лестницу, каждую дверь, потому что... Потому что, не знаю. Что у меня с голосом сейчас было? Не знаю, потому что так нужно. Так, чутье. Чутье. Ой, как их тут много. Ё, боже, шо ж мать. Найдите фотографию вихря. Так, это у меня баллон с пропаном. Блять, ну здесь прям стелс нужен. Просроченная банка. Не шуми, мало! Так, нужно куда-то туда. Ладно, погнали. Здесь прям реально стелс.
That isn't your concern. Так, а тут почему-то нет никого, где все-то? Я могу здесь взять автомат и устроить бойню, но я не буду этим заниматься. О, блядь, пацаны, тут спокойно. Он идет. Нет, все спокойно. Включи в... Фотографии и записка, адресованные парикмахеру. Похоже, эта фотография Вихри сделана совсем недавно. По такому снимку мы сможем узнать его в толпе. Ты также можешь сходить в парикмахерскую и узнать, что там происходит. Хорошо. Так, окей, этого пацана мы возьмем. Бандитом я маскироваться не буду, мне это не нужно. Я просто спокойно уйду той же дорогой и тем же путем, и все будет нормально. Так, где они тут? Делаем примерно то же самое. Выходим. Прячемся. И все четко. Вот и все, красота. Так, я бы мог по той стороне пройти, но там больше палева. Это что такое? Цветной дым? О, прикольно. Что-нибудь задымлю, наверное. Че там, пациенты, где? Ну, это чистейший идеальный стелс сейчас был. Это кто-то идет? Это наверху, наверное, да? Окей. Так, ну нам, собственно, осталось только сохраниться. Потому что, ну, это же... Блядь. Это просто охерительное сохранение. Мы сделали все просто невозможно. Никто так не делал еще до нас, спокойно. Да, красота. Так, выход-то где у меня? Ага. Так, еще осталось не попасть на того пацана. И все, и идеально, и все, выходим назад просто тем же путем. Тем же путем, той же дорогой. Переоденьтесь парикмахером. No problem. Ну, блядь, ну я просто стелсер, просто божеский, мастерский. Спокойно. Что там, пацаны? Так, это тут, это там. Спокойненько, аккуратненько. Опачки. Тихо-тихо, ты зачем так побежал-то? Хотя он что-то рассказывает, похеру. Бляха, идеально сейчас было сделано. Заходи. Все, хорош, спокойно. Ай, блядь, ну вот это молодец. Вот это реально молодец. Ну как еще так? Как еще так можно сделать? Ну никак больше не сделаешь. Так, переходы по крышам. Я могу здесь спуститься? Парикмахерская. Ой, прям парикмахерская рядом. Здесь есть спуск нормальный, не? Или обратно выходить там на улицу? Там на улице какой-то хер ходит, он палит меня, мне это не нравится. Ну ладно, обойдем спокойно по кварталу, мы в принципе одеты... Я тебе говорю, мы одеты не по погоде, и не по сезону, и не по местности, совершенно. Мы слишком сильно выделяемся из толпы, это печально. 47-й, этот мужчина очень похож на Вихря. Подойди ближе, чтобы я смогла его распознать. Че, издеваешься, что ли? Блях, а там мужик, он стоит. Тихо. Ну-ка. Нет, не он. Отдаленно похож на Вихря, но это не он. Так, ладненько. Так а мы же парикмахерскую идем. Какой нам нахер Вихрь? Мы идем стричься. Может, Вихрь это и есть парикмахер? Хотя зачем парикмахеру фотка Вихря, если он и есть Вихрь? Что за хрень, блядь? Это очень все запутано. Ладно, сейчас разберемся. Кто-то из них по-любому... Спокойно. Тихо-тихо, кто? Сорок седьмой. Я знаю эти глаза и нос.
Это однозначно Вазир Кали. Он же Вихрь. Личность подтверждена. Так, и что мне с ним делать? Парикмахерша, мне нужно идти, нет? Мы пойдем, дойдем, посмотрим. Ой-ой-ой. Тихо-т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 ихо. Потерял меня? Так, как попасть в парикмахерскую? Мне нужно подняться наверх. Так, все, он ушел, отлично. Суки какие подозрительные. Так, отпереть дверь. Так, блин, если мы знаем, что это он, как его можно усандалить-то? Моя меня! А, ну вот, в принципе, неплохо. Так, тут у меня... Давай-ка я сначала сохранюсь, потом, я не знаю, как-то десантируюсь прямо на обоих, что ли, может быть. Вырубить их, типа, одним ударом, нет? Так, кем что заметил-то кто? Все же нормально. О, выброси это нахуй. Выброси. Так, парикмахерское лезвие. Замаскироваться. Во-первых. Во-вторых, тащить. Да не, возьми его. Возьми. Убери. Сюда двое поместятся вроде как, да? Мать, иди сюда. Извини, мать, я не хотел тебя пиздить. Сама в этом виновата. Постойте рядышком, все нормально будет. Все, уходи. Так, теперь-то что? Откройте парикмахерскую. Ебать, бизнес. Хорошо. Хорошо, бизнес открываю. А где спуск-то? А, все, понял. Открываю парикмахерскую. Ну вот так вот, ну приехал, стал бизнесменом. Почему бы нет? Был киллером, все, сейчас буду официально работать. Все будет нормально. Деньги хоть какие-то, жизнь спокойная. Красота! Так, окей, открыть парикмахерскую. С помощью отмычки? Да, без проблем. Вообще похер, чем открыть парикмахерскую. Хошь отмычкой, хошь ключом. Без разницы. Где этот рулет, Малита? Итак, переходим к настоящему делу. Мы знаем, как выглядит Вихрь. И знаем, что он должен прийти. Запасись терпением и кремом для бритья 47-й. Хорошо, давайте. Ждать. Ждать клиента. Давайте подождем. Может, свечи поджечь? Ключ от парикмахерской. А вот и он. Хорошо, он мне больше не нужен. Чё ты, да иди отсюда с этой такой бородой ко мне не заходи, или с тобой полдня просидишь. Мне давайте нормально там вот эту щетинку, все. Не надо, уйди отсюда, бородатый. Иди, стригись этих там, этих овец стригут, тожницы огромные, вот ты там сходи тоже. Сейчас припрется, блядь, за те же деньги мне полторы недели с твоей бородой сиди. Послушаю пока гипнотическую музыку. Можно я посяду, подожду? Так, взять парикмахерское лезвие, хорошо. Уже второе. Одно выкину, мне не нужно. Одно выкину, мне не нужно. Хорошо, жду. Ну, где он там? Кали, Кали, иди сюда. Твою мать, это что такое? Ты чё припёр? Здесь просто упало лезвие. Иди отсюда нахер. Ты дурак совсем, что ли? Какой хер подозрительный. Ну ты идешь там или нет? Алло. Я сейчас закрою парикмахерскую, у меня рабочий день закончен. Я перерабатывать не собираюсь. Мне за переработку никто не платит. Ты либо приходи стричь, либо пошел нахуй. Сейчас по записи записывался предварительно. Я приду, точно приду. Я в следующий раз тебя буду доплату брать, падла. Понял, нет? Гнида. Сиди тут, время теряй. Может, самому себе свет выключить, чтобы повеселее было? Он не идет сюда. Он сюда идти не хочет. Ко мне сейчас быстрее режиссер придет, наверное, чем этот пес. Отпереть дверь, давай. Все, это тоже отопру на всякий пожарный. Во! Заходи здесь, я не знаю, где тебе будут тут, где тебе удобнее будет. Куда хочешь, заходи. Все для тебя. Придурок, блядь. Он не хочет, он не пойдет. Нет, он не пойдет. Я тебе говорю, он не пойдет. Вот не пойдет и все. Вот дурак он. Упертый. Насколько ему назначен? Может нам этот? Может его просто в улице где-нибудь пырнуть по бырику и все? Может он музыку боится? А где музыка-то играет? Она идет от, вот отсюда. А, вон колонки, все вижу. Может нам выключить свет? Там музыка перестанет работать.
Но это будет тупо отвлекающий маневр, а зачем он нам нужен? Там же написано, блядь, ждать клиента. Начать бритье. Какое бритье-то? Кого брить-то? Тут что-то нужно сделать, может быть? Что-то не так? Может быть, выйти сюда? Ёпаша, это же очередь была! Так, давайте откажем. У тебя только усы, пошел в жопу. Так, тебя тоже отказать. Окей. Так, тебе тоже. А кто из них мой-то? Все, идите отсюда. Не-не-не-не-не! Пошел нахер! Я тебе сказал, с твоей бородой ковцы выйти там побреют быстренько тебе. Во, идет этот. Я же откуда знал, что нужно парикмахером ебалом на улице торговать? Я же этого не знал. Я же думал, что парикмахер сидят в парикмахерской, клиенты сами приходят. А тут и кассир, тут тебе и проходник, тут тебе... Иди сюда быстрее, за этой бриться идешь. Что ты там с ляша точишь? Пошел нахуй. Right now, так, тебе предложить побриться. Up, ваша очередь. Вот так-то, за мной. Вот так. Так, нужно парикмахерскую закрыть. Нет? Ладно. Так, значит, бритьем. Я жду, когда вы меня бреете. Брейте тщательно. Можно закрыть парикмахерскую? Ладно. Так, начать бритьем. Ну, давайте побреем, ладно, так и быть. Ветер перемен поднимается, друг мой. Чувствуете его? Мои кости скрипят от радости, предвкушая то, что сейчас совсем скоро произойдет. Увы, я ничего не чувствую. Еще почувствуйте, друг мой. Вам поручено важное дело, так ведь? Я вижу это по глазам. Вместе мы разобьем цепи, что сковывали нас долгие годы, и свергнем тех, кто хочет навязать свою волю. И неважно, друзья они нам или враги. Это да, да-да-да. День возмездия близится, так ведь? Совершенно верно. До свидания. Знаменитый преступник Вихрь мертв. Превосходная работа, 47-й. Пора закругляться. Так, иди сюда. Осталась одна цель, одна жертва. Так, окей, за мной. Найдут его потом здесь, да и неважно. Прощай. Так, я пошел переоденусь в свое, потому что в этом мне некомфортно. Эти вот парикмахеры в волосах, все эти парикмахеры колятся, вся эта херня. Где я-то? Где моя одежка? Вот она. Опачки. Замечательно! Красиво, четко, хорошо. Так, а лезвие это сейчас бы выкинуть на самом деле? Выкинуть. Что-то еще завершенное, запрещенное это есть? Все нормально. Все хорошо, валим отсюда. Я предлагаю даже выйти просто вот с этой стороны, допустим. Опа, и все. Четко. Четко, четко, конечно же, четко. Все по красоте. Как говорится, красивая стрижка, красивая борода, недолгая жизнь, счастливый 47-й. Все ничего себе. Че такой модный-то? Что за прикид такой? Так, нам нужно запалить, короче, всех упырей с белыми точками, которые меня ищут. Мы идем к режиссеру, остался последний чувак. Я надеюсь, что хотя бы у него ветер-то перемен сразу. Тихо-тихо-тихо. Отвали. Я надеюсь, что у него ветер перемен сработает, потому что уж очень похоже на его задание. Типа, знаешь, вентилятор, крыша там была нарисована. Отпереть дверь, так, спокойненько. Мне нужно попасть куда-то сюда, правильно я понимаю? Где там карта-то? Карта. Так, я где? Да, я здесь. Наверное, нужно пройти через главный вход. Зачем я буду вскрывать чужие ходы? Чужие ходы. Пойдем через главный зайдем. Да, вон там мост, охранники, все дела. Сейчас прикинемся, я не знаю, ремонтником вентиляторов или электриком, монтажником, новым прорабом, в конце концов. Да кем угодно, ёпта, главное, чтобы пропустили. Так, нет прохода, хорошо. Нам нужно найти... Нам нужно найти возможность. А где ее найти? Я не знаю. Ну, давай попробуем, в принципе, на отмычке пробраться. Я же не зря ее убирал-то. Есть отмычка, чтобы ей не воспользоваться. В этом же ничего плохого-то нет.
Только вот этот парень, конечно, заметит меня. А так это вообще охранник, ёптами. Ну мы можем его отвлечь, по идее, без проблем. Давайте так и сделаем. Так, где монетка? Ну-ка, вон туда, вон. Окей. Хорошо. Так, а вот, собственно, и я. Замечательно. Сохранение прошло? Хорошо. Нам нужно сохраниться и найти возможность. Возможность имеется в виду что-то из сюжетных заданий каким-то образом проделать, провести. Ну вот что с этим делать? Возможно, стоит каждый раз перед записью перезагружать игру, и тогда что-то получится. Не знаю, но меня очень долго это напрягает сильно. Так, опачки. Ну как бы этого можно и удушить. Блять, у меня монетки больше нет. Мы можем бросить молоток, ладно, спокойно. А я могу... А, так сзади перейдем. Вопрос только, куда его потом засунуть? Некуда же. А, я могу забраться на вагон, серьезно, что ли? Я могу кинуть кирпичом, получается. Лопатой. Не, лопатой я не буду. Так, поехали наверх. Нам нужно на крышу. Вроде как. Туалет. Но в туалете мы уже помним, в туалете никого убить нельзя. Точнее, спрятать нельзя. Мне надо, на самом деле, прикинуть с каким-нибудь охранником, потому что сейчас слишком палевно. Давай, наверное, я так и сделаю. Серьезно, потому что не прикидываться охранником очень опасно сейчас будет ходить здесь. Я сейчас вот это ушатаю, спрячу его где-нибудь прямо здесь, его вряд ли кто-то здесь найдет. Так, окей, сюда. Он же был и свидетелем еще до кучи, что ли? Ну вот здесь, скорее всего, вряд ли кто-то найдет, потому что ну, это же совсем беспалевное место. Сюда никто не пойдет. Так, замаскироваться местным охранником, замечательно. Замаскироваться охранником, и давайте я еще возьму... А, нет, я возьму пистолет, но он типа здесь валяется, да? Да, вот он. Окей, взять пистолет. Открыть. Что у нас тут? А тут у нас ничего и нет. Охеренно. Огнетушитель. Зачем он мне нужен? Управлять краном. Опа. Внезапно. Я могу устроить какую-то панику, что ли, сейчас? Скорее всего. Ну, давай попробуем устроить панику. Я промахнулся, да? Что там автономный? А, автономный аккумулятор. Я типа должен был панику навести, как минимум. Но у меня это не получилось. Так, 15 метров наверху возможность. Я думаю, что если я заберусь вот здесь, я смогу ее подслушать. Ну, потому что, как бы, звук-то распространяется во все стороны, не только вправо-влево, не? Я должен услышать возможность эту, серьезно, хорош, давай. Алло, я слушаю. Осталась всего одна сцена, и все. Похоже, вентилятор снова готов к работе. Не знаешь, почему эта сцена никак не снимут? Каризма выкинула последний экземпляр сценария в шахту лифта. Она не хочет сниматься. Она все еще хочет снять поцелуй? Какой упертый нахал. Харизма не хочет целовать такого урода. Так, замечательно, прикинемся уродом. А съемки фильма «Герой Мумбаи» подходят к концу, но назревает скандал. Актриса Каризма Хаасан, играющая главную роль, отказалась сниматься в сцене поцелуя с Ранжаном и выкинула сценарий в шахту лифта. Какая жалость. В этой сцене используется крупный промышленный вентилятор. Стоит разузнать об этом побольше. Мне это сразу понравилось. Так, ладно, давайте разузнаем. 24 метра туда. Можно я перепрыгну просто сюда? Нет, серьезно? Ну, как хочешь. Что-то я не понял прикол с краном. Вроде как я его турнул. Ой, он где-то здесь, что ли? Где он? Ну, нет, не здесь. Так, ну ладно.
давайте сохраним. Я надеюсь, меня не спалят, потому что я сделал все, чтобы меня не спалили. Все я сделал. Я по красоте все делаю. Нужно второй этаж. Здесь стройка что-то всякая закрытая. Непонятно, неясно. О, блядь! Damn shit fucking banana? Нихуя себе ругательство. Вот это он изобретательный. Вот это набрал. Damn shit fucking banana. Так, кто меня еще здесь знает? Здесь меня не знает никто. Замечательно. Так, ну я убежал, самое главное. Спокойно. А здесь меня вообще никто не знает, да? А ну я же охранник. Это типа какие-нибудь гримеры, костюмеры, наверное, что-нибудь типа того. А я хожу, проверяю. Просто, ну, контролирую ситуацию. Что там происходит? На этом мужик. Харау! Так, спокойно. Так, это... Подожди, откуда он меня знает? Бляха. Переоденьтесь работником съемочной группы. Их нужно как-то отвлечь. Или, возможно, они попиздят и разойдутся сами. Ну, типа, что-то долго разговаривать на работе. Они курят стоят. Окей, подожди, пока покурят. Не надо торопиться. В туалет! Иди в туалет! Вон туда! Да-да-да, для персонала. Иди, иди. А, ты тоже встанешь, ладно. Сейчас бы эту, знаешь, магнитную бомбу. Она бы сейчас быстренько всех уделала. Ну придется ждать, у них перекур, тут ничего не сделаешь. Кто-то из них по-любому пойдет в туалет. Да-да-да, давай. Иди, иди в какую-нибудь комнату. Иди на второй этаж, иди. Нет. Эти, я так понимаю, вообще расходиться не собираются, да? Есть что-то кинуть-то? Можно кинуть вот эту вот. Так, я еще раз сохраняюсь, и мы тогда делаем все очень-очень быстро, стараемся делать. So disrespectful. Was that? А давайте обе повернемся, нет? Who is throwing the grab around? Да вообще не ты должна была пойти. Он-то там что-то жрет, по идее, можно как-то попробовать отравить еду, только у меня не... У меня есть чем отравить еду? Кирпич, отмычка, цветной дым. Ну, цветной дым это ебать палево такое жестко. Но он жрет, короче, он жрет, ладно. Он жрет, значит, я, по идее, могу что-то ему там отравить. Только у меня нечем. Взять банк газировки. Ну, это кинуть, хорошо. Еще. Куда мне столько газировки? Я могу газировку кого-то убить? Точно, да. Ну, по идее, могу два броска четких сделать. Красивых. Но это будет слишком. Это будет слишком. Ты, блядь, скоро сдохнешь там. Хорош только курить. Ты иди уже отсюда. Они реально не собираются расходиться, да? Блядь, ну давайте я кину вон туда еще одну банку. На. Very funny, да. Давай кину ей в лоб газировку. No way! I need a hand here! Someone! I need some help! Help, please! No! Chill! God damn! Ну а чё бы нет-то? Так, ладно. Чё бы, как говорится, и нет. Куда их попрятать? Или тут оставить? Мне просто здесь сюда вроде как никто не заходит, поэтому паниковать-то особо не нужно. 20 метров наверх. Мы здесь только время наблюдали, сюда никто не зашел, значит здесь никого и не будет. Ну а что там сиськи мять полтора часа? Так, в смысле, что сделать-то? Это что такое? Что это? Эй, а как это сделать-то? Взять молоток, ну-ка. А, это шахта лифта и сценарий, все, понял. Ага. Ну, пойдемте. В смысле враждебная зона? Кому она враждебная? Это серьезно, что ли? Нормальная зона, прекрати. Нормальная зона никому не враждебная. Как... Ладно, пойдем вниз. Кого-то там ждут для фотосессии. Это, наверное, тоже, короче, этот как его... Тоже одна из возможностей. Упала на этаж ниже, да?
Нет, повыше упало. Ты издеваешься? Бляха, походу упало повыше. Как так-то? Да ну хорош! В смысле повыше? А там нет... А как нам пройти-то? Там не было как бы прохода. Тут только этот этаж и следующий. Что, что за странности такие? Так, полтора этажа? Может быть, там можно было реально как-то спуститься? Но здесь я лестницу... Ну, пойдем через улицу пройдем. Так, съемочная площадка. Перепрыгнуть. Да вряд ли. Слишком подозрительно. А, так вот, что за черти-то ходят. Это костюм, они тут фильмы снимают. Я не хочу это сюжетное задание смотреть. Так, может быть, вот тут спуститься просто? Это сигнализация пожарная. Да ты издевай... Ой, блядь. Короче, понятно. Тут что-то сломалось. Он мне показывает обратно-назад, хотя документы валяются уже внизу. Который не документ, а эти, как их называют. Сценарий, который выкинул актриса, которая не хочет сосаться с кем-то там. Здесь я могу спокойно подобрать. И в чем проблема-то? Блядь, это не тут, слышишь? Прекрати. Ты че меня паришь-то? Как устроен этот сраный лифт? Ну-ка, здесь-то спрыгнешь, нет? Блять, еще ниже, да? Хорошо, еще ниже. Ну, пойдем спустимся еще ниже. Спуститься. Вот оно. Окей. Отдайте сна режиссеру. Так, давайте я, наверное, вот здесь вот заберусь, потому что меня палят. Наконец-то! Бляха-муха. Сбился таргет. Неправильно таргет показывался. Нам наверх. Пойдем, наверное, через улицу, потому что здесь охранник, который нас видел. Мне кажется, он нас сейчас не узнает, потому что это было бы слишком для охранника узнавать всех, кто здесь работает. Во, другое дело. Другое дело! И сейчас он далеко и далеко полетит. Далеко, высоко, весело, красиво. И это будет смотреться просто охуительно. Это будет лучший кадр в этом фильме. Это мое новое режиссерское решение. Нам наверх. Ну, никто же такого не додумался до этого никогда. Мы додумались с тобой. Красавцы, мы с тобой вообще молодцы. Мы с тобой запустим сейчас только так. Здесь меня никто не видит? Никто не знает, все отлично. Но нам нужно будет подкрутить вентилятор. Так, передать сценарий. Я вот что нашел. Сценарий? Ты нашел его? Огромное спасибо. На здоровье. Так, для этой сцены нужен вентилятор. Беги туда и управляй им. Перед началом сцены я дам сигнал. Ты его врубишь. Не убедись, что там включен безопасный режим. И не превышай указанную мощность. Так, окей, оперируйте апулятором. Отлично, 47-й. Давуд уже спешит, чтобы сняться в финальной сцене с Хасан. Добавь-ка ветер в паруса. Так, подожди-ка, здесь... Вот, окей. Блять, отвертку! Где я возьму отвертку? Подожди! Подождите! Отвертка нужна! Бляха! Мне никто не сказал про отвертку-то! Так, я загрузился по новой, потому что мне нужна отвертка. Отвертка у нас где-то здесь, по любым инструментах есть, да? Так, нет, под видом... Мне нужно... Где может быть отвертка? Отвертка должна быть у каких-то ремонтников. Я пока не буду отдавать сценарий, потому что, ну, мы сейчас все просрем. Нам же нужно мощность у вентилятора подредуктировать. Где-то должен быть какой-то ремонт. Вот что такое это? Что это такое? Так, это швабра какая-то. Сабля. Бляха, ну сабля за отвертку вряд ли сойдет. Отвертка должна быть на стройке. Нам нужно выйти на стройку. Все, погнали на стройку, хорошо. Или здесь деньги. Смысл отдавать, просто реально. Отдавать смысла сценарий сейчас нет, потому что сейчас все начнется здесь твориться. А вентилятор, короче, выключен в безопасном режиме, он никуда не улетит. Его просто подует небольшой ветерок, и ему станет классно. По кайфу ему будет вообще хорошо. По идее, здесь где-то вот, ну, кругом же стройка. Здесь должно быть полно отверток лежать, ну. Так, тихо, мать, не пали меня, смотри.
Блять, так много всего, а отвертки нет, представляешь? Да что там, не смотри на меня. Ёб твою мать, как много народу меня палит. Так, камер наблюдения, это выход, это не сюда. Нужно в другую сторону. Спокойненько. Так, она пошла курить, ладно. Где-то, наверное... Да в смысле? Откуда они, бляха, меня знают? Пойдем искать отвертку. Это же так интересно. Ну, серьезно, я хочу посмотреть именно на это. Мне прикольнуло с самого начала. Где-то тут у них что-то есть всяко. Лом, хуем. Ну, неужели на всей стройке нет отвертки? Что за бред-то? Включить сигнализацию этого подъемника. Это что, кирпич? Молоток. Молотков, херова гора, отверток нет. Чё за стройка такая? Чё за стройка без отверток, серьезно? Это что такое? Кирпич. Блять, лопата. Молотки. Серьезно, молоток? Здесь реально нет отверток? Ты издеваешься надо мной. Что это? О, отвертка. Спасибо, блядь. Не прошло и года, мы нашли отвертку. Как же далеко ее запрятали, заныкали. А теперь, собственно, уже можно заниматься веселушкой. Убери отвертку на всякий пожарный. Сейчас подкрутим вентилятор. Быстро, мгновенно, срочно. И все. И он полетит. Полетит высоко, далеко и весело. Именно так и будет. Именно такое у нас сегодня расписание. Отправить в полет высоко надолго. Так, давайте-ка я сохраняюсь. Потому что мне сначала должны дать допуск на вентилятор, а уже потом я должен с ним как-то манипулировать. Поэтому сначала отдаем сценарий, получаем разрешение и идем к вентилятору. Так. Режиссер. Ну, либо мы можем сначала прямо здесь вот подкрутить. Надо подождать, пока он уйдет. И быстренько поманипулировать. Уходи. Уходи, уходи, да, все, отлично. Красота. Красота. Держи. Держи свой сценарий. Да-да-да. Замечательно. Да, конечно, врублю, без проблем. Полетит красиво, мать! Ой, красиво полетит, просто обосраться. Отлично, 47-й. Давид уже спешит вниз, чтобы сняться в финальной сцене. Добавь-ка ветра в его паруса любви. Все по местам, мы готовы к съемкам. Так, народ, сюда идет мистер Ранжан. Осталось всего до сцены. На этом съемки фильма будут завершены. Каризма, вот та фраза, которую ты забыла. Я твой навеки, поцелуй меня, герой. Уйди отсюда нахер, эй, ублюдок. Или ты что? А, ты оператор, что ли? Я думал, он вентилятор мой крутит. Он же гадкий пират, зачем мне его целовать? Ты его любишь? Это чистое и глубокое чувство, постепенно возникшее за те несколько недель, что ты провела в плену. Злая ведьма затуманивала твой разум долгие годы, но после спасения ты поняла, что всем сердцем любишь этого героя. Ну, не знаю, по-моему, это неубедительно. Да, он, конечно, спас меня и все такое. Но я понимаю, за что его можно благодарить. Но поцелуй? Можешь просто руку пожать? Ну или обнять? Каризма тебя переполняет любовь. Мумбаи спасена и на свободе. Так, ребят, пора за работу. Я уже здесь, мои губы готовы к последней, самой важной сцене всего фильма. Каризма, а ты готова? Подготовилась, насколько смогла. Что у них за перья? Что за пиратский отряд такой? Запускай вентилятор. Окей. Включить. Ага. Ветер слишком сильный! Остановите вентилятор, остановите его! Давид Ранжан убит. Задание выполнено, 47-й.
Все отлично, улетел. Я думал, на самом деле будет как-то красивее лететь, прям шедевральнее так. Но что-то как-то не срослось. Ладно, мать, не пали меня, отстань. Не пали меня, отвали. Не пали, отвали, такая песня даже есть. Так, а где выход-то? 84 метра сюда. Короче, главное убраться со стройки и нормально. Вот, в принципе, 77 метров ближайший выход пойдет. Пойдет же, правильно? Я сюда заходил. Да, это гараж, съемки, херемки. Спускаемся и валим отсюда. Нас никто не должен заметить. Мы сделали все по красоте. 72 метра. Там где-то охранник есть палевный, но я думаю... Я думаю, что он отвернулся. Да, нет, он отвернулся. Да-да-да, отстань. На самом деле, это слишком подозрительно, что чувак не оставил вентилятор, когда просто стоял, смотрел. Хотя там и искры, брызги, все, и типа я, скорее всего, уже не мог ничего сделать, они, наверное, посчитали. И также уезжаю четко на автобусе, да? Жестко, нахуй. Нет, это такси. Нет, это пешком. Это еще хле... Это пешком. В прошлый раз мы уезжали на автобусе, теперь просто пешком свалили. Вот это я понимаю четкость, да? Вот это четкость. Так, достижение разблокировано охотник пиратов, убойное платье, выполнение миссии погони за призраком. А, далее херали, сколько тут очков дали мне? Раз. Можно было считать, сколько клеточек я обнаруживал. Тут постоянно где-то какое-то оружие, вон целыми арсеналами. А где оно, хрен его поймешь. Ну в этот раз мы прям много так клеточек-то открыли. Прям реально много, да? Это самая большая клеточка за все время, сколько мы открыли. 36. Нет, подожди, такое уже было число. Такое число уже было. Ладненько, давайте на этом закончим. Я так понимаю, в следующий раз у нас пойдет ролик. Мы с него как бы и начнем. А пока что все. Ссылка на пункт в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, если вы пришли в серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.